Всем привет! Ждем вот самолет. Я говорила, уже 2 часа задержка. Мы вышли покушать в ресторане, называется Outback. Вот сейчас ждем, когда нам принесут. Я буду кушать рыбу, мой муж будет кушать мясо. Потом покажу, как выглядят блюда. Сейчас немножко покажу аэропорт. Уже зал ожидания такой небольшой. Это уже когда идешь к воротам. Здесь уже почти нет никого, уже все у ворот сидят. Магазинчики. Duty free. Где он там потерялся у меня? Duty free магазинчик. Время уже 8 часов. Немножко поздновато для ужина, но что делать? Вот, меню сейчас покажу. Мы уже были в таком ресторане в Орландо. В основном мясо, стейки. Курица также. Нам дали ваучер на $19 каждый. Так что я выбрала себе вот салмон 16,99. Еще что-то. Что-то из этого мы выбрали. Картошку, по-моему. Ждем. Когда же нам принесут покушать? Надеюсь, мы успеем. Надеюсь, еще не задержат опять самолет. Так, моя рыба приплыла, салмон, но она приплыла не с тем. Мне принесли картошку, а должны были еще принести овощи. Вот буду ждать теперь. Это то, что моего мужа, который не любит, его показывали, что он ест и что он делает.